Волна репатриации из России после начала военного конфликта на Украине и введения санкций привела к выводу из России на счета израильских банков активов на 1 миллиард шекелей или более 300 миллионов долларов. Еще 1 миллиард шекелей находится в процессе перевода в Израиль. Это личные средства новых репатриантов, деньги инвестиционных фондов и компаний, переезжающих в Израиль. Согласно данным журналистки издания «Калькалист» Софи Шульман, владельцы активов еще на 10 миллиардов шекелей хотели бы перевести их в Израиль. Да, израильские банки не хотят их принимать. Богатым российским репатриантам активно помогают в переводе средств израильские адвокаты. Но доказать легальность происхождения денег очень трудно. Банк Израиля до последнего отказывался знакомить потенциальных клиентов со своими инструкциями на этот счет. Руководство израильских банков утверждает, что нет никаких ограничений на вывод средств из России, за исключением соблюдения режима международных санкций и стандартных требований закона о борьбе с отмыванием капитала. При этом в последнее время банки согласились иметь дело с переводами денег из России, если речь идет о незначительных суммах. На встрече в городе Нов-Галиль министра финансов Авигдора Либермана с новыми репатриантами он рассказал, что ведет переговоры с МВД, Минюстом и с банковскими структурами. На уровне МИДа Израиля проводится разъяснительная работа по практике применения и влияния западных санкций. Глава Минфина пообещал, что окончательно вопрос решится к концу мая. Однако на начало июня больших изменений не произошло. Вероятно, проблема в нежелании местных элит прирастать российским обеспеченным классом. В Израиле привыкли, что русскоязычные не входят в самые богатые слои общества, и менять ситуацию истеблишмент не готов. Израиль продолжает опасаться реакции США и Европы, когда дело касается российских олигархов и состоятельных селебрити, получивших израильское гражданство по закону о возвращении.